Стадиона Альянс-Арена, которая заполнена до отказа. Второй полуфинальный матч Кубка Германии. Бавария принимает Кайзерслаутерн. Первый финалист уже определился. Это случилось вчера. Дортмундская Боруссия обыграла Вольфсбург. Не без доли везения. Получает место в Еврокубках. Еще один угловой. Арен Робин у мяча. На ближнюю штангу. Швайнштайгер 1-0. Бастиан Швайнштайгер, для которого, как писала немецкая пресса, наступают недели истин. Именно Бастиан Швайнштайгер, который вообще до последнего времени счет после углового. Очень хорошая, точная подача. Арена Робина и Бастиана Швайнштайгера теряет из виду, по-моему, Вилли Орбан. По-моему, именно 34-й номер Кайзерслаутерна был ближе всех. Аккуратным кивком головы Швайни отправляет мяч в дальний угол. В финальных матчах Бавария держала всего лишь одну победу в Лиге чемпионов на ДМЮ дома. Робин. Кросс. Щечка аккуратно в угол. Кросс 2-0 на 32-й минуте. Ну что ж, еще один будет у него небольшой аргумент. Смотрите, Гвардиола. Перфекционист Гвардиола использует эту паузу для того, чтобы подозвать к себе Джерома Буатенга и что-то ему объяснить. Нет, ну а мало ли что. Да, у Кросса удар замечательный в том смысле, что он может и на силу приложиться. У него очень маленький размер ноги, на самом деле, как у Лотера Матеуса, например, был. И именно поэтому, как считают некоторые немецкие журналисты, эксперты, у него очень плотный и мощный удар, если нужно. Но если нужно, Кросс может его вот так вот пробить хитро щечкой. В Баварии сейчас, конечно, следовало использовать этот шанс, довести атаку хотя бы до удара. Арен Робин. Арен Робин в штрафной, падает Кинхёпер. Посмотрев, кажется, на лайнсмена, дает свисток и показывает на 11-метровую отметку. Арен Робин в первом тайме был очень активен. Сейчас просто-напросто пошел на двоих соперников, упал, а Кинхёфер засомневался. Кинхёфер засомневался, по-моему, и общается с Хайнцем. Ну вот так вот, да, по-честному скажи, нарушал ты правила или нет? Фэйрплей. Ну, вы знаете, да, да, зацепил здесь Арена Робина защитник Кайзерслаутерна. И спорить, по-моему, судья не стал. И, по-моему, даже подтвердил. Мюллер у мяча. 3-0. 50-я минута. Томас Мюллер — лучший бомбардир Кубка Германии в этом сезоне. Мюллер в первом круге забил 3, во втором 2. В 1/8 финала Аугсбургу 1. А в 1/4 финала он просто не играл. Он даже на поле не вышел, даже на замену. Поэтому забить никак не мог. И вот сегодня забивает свой 7-й мяч в розыгрыше нынешнем Кубка Германии. С пенальти очень аккуратно покатив мяч в левый от себя угол. Зиппель не угадал. И счет стал крупным. Бавария на пути к финалу. Ну ладно, не будем забегать вперед. Скажем, на пути к полуфиналу. В 4 матчах всего лишь раз выиграла не крупно. Это в 1/8 финала у Аугсбурга. Командами, как Манчестер Юнайтед, ходят слухи о том, что Манчестер Юнайтед предлагает Тони Кроссу огромный контракт совершенно. При этом руководство Баварии говорит, что никуда не отпустит. 3-1. Ну вот так вот удается Симону Цоллеру наконец-то. Наконец-то, оказавшись в штрафной, откликнувшись на передачу, пробить как следует. Хорошая очень передача. Буатенг как-то виловато боролся с Симоном Цоллером, честно говоря. Флориан Дик сделал этот пас. Флориан Дик, кстати говоря, в чемпионате уже 4 голевые передачи выполнил, несмотря на то, что правого защитника он играет. И вот так вот Цоллер скидывает мяч головой в дальний угол. Рёдера здесь винить мы не будем. Очень тяжело было дотянуться до этого мяча. Буатенг. Совершенно свободен здесь Марио Гёдзе. Блещет желтыми бутсами. Манджукич в дальний угол. 4-1. Ну так, на всякий случай, Бавария, посмотрев, мол, у соперника второй нападающий выходит. Черт его знает. В буквальном смысле, учитывая прозвище Кайзерслаутерна, лучше забить четверт. И как-то очень уж Кайзерслаутерн вольно вел себя в обороне во время этой атаки. Ну, посмотрите, вокруг Гёдзе нет совершенно никого. Да и Манджукич никто не встречает. Входит в штрафную и точно бьет в дальний угол хорват.
Вот интересно, что в финале Кубка Германии встретятся две команды, одна из которых в этом турнире в нынешнем сезоне не пропустила ни одного мяча. Это Дортмундская Боруссия. А другая зато практически все свои матчи выиграла с крупным счетом, за исключением одной встречи. Это Мюнхенская Бавария. Ну, там помимо этого будет. Лево Гёдзе. Гёдзе решил всех обыграть вот на таком коротком пространстве. И получилось это сделать у Марио Гёдзе, правда, с помощью партнера. Такое ощущение, что Марио Гёдзе немножко стыдно за этот забитый гол. По крайней мере, он делает именно такое несколько кокетливое выражение лица. Но действительно, когда против тебя четверо, а то и пятеро соперников, пойти в дриблинг в штрафной на углу вратарской. Но вот взрослые дяди так иногда, когда играют против детей, поступают. Вот посмотрите. А правда, здесь действительно Рибери ему очень помог, остановив мяч для Гёдзе. Раз и пяткой покатив, подошвой даже покатив мяч Гёдзе обратно. 5-1. Марио Гёдзе, выйдя на замену, успел забить свой гол в этой встрече. И сегодня кто только не забивал. И Манджукич, и Кросс, и Мюллер, и Швайнштайгер, и вот, пожалуйста, и Манджукич.